Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Боссы подземелий. Забираем сегодняшний реворд. 4 штучки в коллекцию себе забросили. Так, почта. Что у нас здесь на почте хорошего? Письмо от Талии. Талия, 23 часа. Что 23 часа? Я в упор ничего не вижу. Какое-то бессмысленное, честно говоря, письмецо. Квест. Забираем здесь реворд, да? Да, именно так. Вау, 16 уровень. Very good, ребятушки. Все у нас хорошо. И что-то открылось новенькое. А что такое? Что именно у нас открылось? Ага, вот что, какая-то башня. И что же это за башенка-то у нас такая? Хм. 12 этажей. Будет доступно 24 часа. Понял я, короче, ребята. Это у нас идет башня, именно 12 этажей. И нам нужно их все покорить. Ну, давайте, наверное, приблизительно хотя бы посмотрим, что она себе представляет. Так, Фенола возьмем, также Жнеца, Лучницу и давайте Shadow Blade. Такой командой пробежимся, посмотрим, что вообще из себя представляет. И, я так понимаю, мы будем за это получать какие-то плюшки, может быть, вкусняшки. Сейчас глянем, короче. Так, и у нас тут встречают олухи. Оу, но они ходят первыми. Ладно, как-нибудь мы это переживем. Давайте теперь... В отмесочку. На-ка, Лучница, получи. Ууу, снесло ее ветром. Как будто здесь и не было. Так, это что у нас такое за... А, циклоп какой-то. Оу, тихо, тихо, мелкий демон. Ты-то что тут еще делаешь? Ага, бегает и всех бьет, ясно. Да хорош, елки-палки-то уже. Слушайте, если меня так легко разбивают на первом этаже, то я боюсь, что дальше третьего мы, пожалуй, никуда и не уйдем. А может быть, даже уже и на втором. Просто вся суть в том будет заключаться, будем ли мы отхилены после прохождения вот первого этажа. Сейчас посмотрим. Так, и что нам здесь добавить? Эй, желтое яйцо. Хорошо, фиг с ним. Бежим. Если у нас здоровье останется, как вот сейчас было при бое, то, естественно, мы никуда с вами не уйдем далеко. Вот он, второй этаж. Опять же, нам будет доставаться деревянный сундучок. А уже на третьем этаже, я смотрю, серебряный сундук лежит. Хорошо. Оу, ребята, вот этого я и боялся. Нет, здоровье сохраняется. Поэтому придется заменять на более здоровеньких ребят. Вот кого только взять, я не знаю даже. Блумку, что ли? Ну, попробуем, я не знаю, может быть, она у меня умудрится отхилить всех моих воинов. Хотя у меня такой отхил дешевый, вы сами это прекрасно знаете. Так, ладно, давайте глядеть. Кто у нас здесь? Ладно, Лучницу я знаю, Shadow Blade. Блин, вот эта вот горилла плохо будет бочками бросаться в нас. И ледянка здесь еще находится у нас. Магичка. Ну, хорош тут со своей бочкой этой ёбаной. Да. Очень-очень круто они отнимают у меня здоровье, ребята. Не знаю, смогу ли я потянуть эту компашку. Ну, как все запущено. Как... О, не надо, не надо, только тут заморозкой. Кстати, вот этого... Оу, щетос. Ладно. У меня только Фенол может сходить. И они, кстати, тоже заморожены. Я не понимаю вот сути вот этого вот скилла. У ледяной магички, что она замораживает и моих, и своих. Но, видимо, когда ихние в заморозке, они получают защиту, а мои просто-напросто пропускают ход. Так, Shadow Blade, успокойся, пожалуйста. Эй, горилла, ты сейчас получишь у меня по морде. Да хороша же пуляться. Так, давай-ка, Блумка, хилься. И остальных, естественно, хиль. Ну и насколько там? 156 хп. Не, ребят, на самом деле, если ей поставить руну на скилл, причем такую довольно прокачанную, то я думаю, как хил из нее будет очень даже неплохо. Но сама она по себе будет ватная. Так что я даже не знаю, стоит вообще менять или ставить на нее ту же самую руну. Так, ладно, давайте добивать, наверное, с вами ледянку. Вот так вот. Так, Лучница и горилла у нас тут еще осталось. Ну что, Лучницу, я думаю, мы сейчас заколбасим. И дальше мы пойдем на третий этаж. А вот там уже, я чувствую, будет нам полный фэн-шуй. Точнее, полный звездец. Ну, так, что это? 392 хп она себе подхилила. То есть, да, из нее хилер никудышный, ребят.
Ну что же, мы прошли. Вот получаем деревянный сундук. В нем опять же желтое яйцо. И мы плавненько с вами перемещаемся на третий этаж. Надо посмотреть, что здесь вообще у нас за чувачки будут находиться. Так, ну смотрите, по уровню они 11, 12 и 13. Причем трехзвездочные. Хорошо, у нас с вами есть выбор. Либо кого-то взять, либо оставить, кто уже есть. Слушайте, я думаю, что мы, наверное, оставим. Некого нам брать, там все у нас слабоны остались одни. Так что попробуем. Ну, нет, так нет, как говорится. Все равно это у нас пробный забег. Потому что он только открылся у нас. Мы здесь еще не в курсе чего. Что к чему. Так, что такое? Ох, елки-палки. Вот и не стало у нас хиллера. Так, ну, жнеца, я думаю, они так просто не возьмут. Что ты там делаешь? Вау-вау-вау. Ну, ты малорик просто, а? Какой-то ниндзя, елки-палки, ассасин. Получил. Так, это сейчас бочку свою бросит. Да, ребят, походу дело нам здесь звездец сейчас настанет. Так, он себе поставил защиту. Причем очень... Ну, Фенол, давай, не подведи меня, родной. Давай, зажарь их всех. Отрави их ядом. О, вот это хорошо. Но все равно у него Shadow Blade, причем здоровый. И вот это вот горилла. Ай, Фенольчик мой погиб. Ладно, дробитель черепов. Два удара всего. Я почему-то думал, что будет три. Да еще и увернулся. Ну, ниндзя, а, хламон. О, все. Да. Жаль, конечно. Не справились мы с этой компашкой. Почему ты так мало подхиливаешься, а, жнец? Ай-яй-яй, как печально. Да, не смогли мы с вами пройти третий этаж. А их 12 здесь. Я даже боюсь представить, что там будет на 12 этаже. Ну да ладно, не беда. Получаем с вами реворд. Что нам дадут? Вот, 200 кубков, 40 тысяч золота и 2 яйца, которые мы заработали. Хорошо. Давайте-ка с вами посмотрим, что такое PVN-шоп. Уж больно мне хочется. Ах, вот оно что. Смотрите, ребят, мы кубки, которые с вами зарабатывали, можно потратить здесь на карточки. Ну, не только на карточки, можно и на яйца потратить. Что же, в принципе, неплохо. Надо будет, кстати, заняться этой башенкой, мне кажется. Немножко ее пофармить, позарабатывать себе вот эти вот кубки. Ну, а потом купить себе более привлекательных героев, так скажем, которые более-менее сильные. Тогда у нас будет нормуль. Что у нас в портале? Ага, мы можем с вами купить кое-что. Давайте тратить. Ну, опачки. Черный бриллиант нам открылся. Хм, ну это так звать девушку вот эту вот. Дальше кто? Так, три карточки какого-то чувачка непонятного. Угу. Ну и еще есть у нас бесплатный такой легенький призыв. Одной карточки сейчас глянем, кто у нас тут будет. Ага, Эльдоро. Нет, ну мы можем с вами купить этих карточек кучу целую. У нас деньги, по крайней мере, есть, и мы можем себе позволить. Так, ну здесь среднячок нам выпал. О, маг даже достался, хорошо. Так, тут пробирки. Здесь в основном пробирки и всякая ерунда. Нитпик. Каменный кулак. Ага, лучница нам досталась. 5 Эльдуро. Вот это я не знаю, что за чувачок. Так, тоже не знаю. Все, что-то довольно быстро, между прочим. Давайте-ка еще, наверное, разочек заюзаем с вами. Пока деньги есть, можно себе позволить подкрывать сундучки. Ну, жалко, конечно, что по одной карточке всего упадает. Абигейл выпала нам. Опять же, одна карточка. Тут яйца, ключики. Опять же, пробирки, ключики. Угу, зурк. Фемус. Фемус, ребята, это тот циклоп. Так, опять нитпик достается. Опять зурк. Ну, такими темпами, может быть, мы... Ага, колдунчик нам достался. Слушайте, если мы с вами надыбаем три карты на этого колдуна, на мага, то мы сможем его призвать. Давайте тогда, ребят, будем пробовать стараться, чтобы он нам выпал. А он должен нам выпасть. Так, ну что же, яйца выпадают. Это... Во! Еще одна карточка. Осталось всего лишь две найти. И так, одну осталось найти. Хорошо. Нитпик тут выпадает нам.
Опять у нас лучница выпала. Рогар. А, Абигейл. Блин, ну давайте хорошо еще вызовем сундук. Точнее, 10 сундуков. Ну-ка. Давай, давай, не томи. Главное, дай мне то, что я тебя прошу. И тогда все будет хорошо. Ключики здесь. Пробирки. На опыт там, на все это. Опять эти яйца. На самом деле это не яйца. Это... Вот. Вот. Все, ребятушки, мы с вами сможем призывать вот этого вот мага, колдуна. Нет, все-таки, скорее всего, это маг. Оу, еще карточка выпала. Зурк. Ну что же, пойдемте тогда посмотрим, что это за фрукт такой у нас. Так, тут у нас квесты. Естественно, я буду это все забирать. Эксперт там чего-то получил. Так, а здесь у нас... Все. Денег у нас почти лямзик. Хорошо, даже если мы сейчас его возьмем, сможем, наверное, маленько проапать. Давай, давай, давай. Кто ты такой вообще? Селвин Эндуринг. Так, он у нас кастер. Понятно, кастер это значит, который на врагов навешивает всякие плохие штуки, или же наоборот на нас вешает очень даже хорошие штуки. В общем, вот такой вот саппорт, одним словом. Ну а теперь у меня есть предложение, естественно, кого-нибудь прапать. И у нас с вами... О, тут смотрите, леди Немриел. Ее всего одну карточку нужно, чтобы она у нас появилась. Так, Нитпик, ты у нас уже давно. Давай-ка мы тебя, наверное, немножко раскачаем. Так, вот такими пробирками мы сейчас тебя прокачаем. Все, да? А, нет. 16 уровень максимальный. Так, смотрите, ребята, у него второй скилл называется... Точнее, не второй, а первый, потому что второй у него просто удар. Называется метеоритный шторм. Я так понимаю, будут лететь метеориты. Так, его еще можно проапать маленько. Хо-хоу. Нитпик, ну ты просто фартовый. Смотри, у тебя даже рога уже выросли. Были какие-то закорючки, а уже с рогами. И открывается уже второй. Savage Slash. Угу. Видимо, какой-то удар когтями. Мощный причем. Так, ну что, давайте тогда эндуринга нашего прапаем. Ух ты, как круто. Сразу же он получает у нас, да-да-да, 16 уровень, полная прокачка. И у него специальный скилл, специальная атака, я так понимаю, заморозка какая-то. Напоминает чем-то, знаете, ледяной шторм. Так, ну что, вроде бы все. Вот смотрите, ему 4 вот этих вот синих чувачка, и мы могли бы его еще прапать. У него было бы 2 звезды. Так, опачка. Есть руночка. Ну-ка, давай-ка поставим. На что руна у нас? На хил. Ладно, фиксим. Пускай носит на здоровье, тем более 44 хп. Мало, конечно, но, ребят, еще раз говорю, ничего мы здесь сделать не можем. У нас эпических рун нету. Я не знаю, где их добывать. Но знаю точно, что скоро мы сможем все это дело крафтить. Так, черный бриллиант у нас тут, да? Кто она такая, интересно, а, ребят? Смотрите, у нее в руке такой ножичек двухсторонний, так скажем. Может быть, она что-то типа нашего Shadow Blade, ассасинка какая-то? Да, скорее всего. Так, у нее написано... А, рога, ребята. Это рога, ну так и есть. Ассасинка. Значит, я был прав. Но вот насколько она хороша и лучше ли она нашего Shadow Blade, вот... Это еще предстоит проверить. Ну, давайте теперь Эльдора прокачаем. Так, у него еще обилочки надо будет повысить. Это у нас, да-да-да, бег быков. Ну, тут всего по одному уровню. Так, вроде бы как и все. Оу, сколько у нас тут выполнено всего. Давайте забирать, естественно. Так, и вот так. Блин, представляете, пол ляма мы почти с вами потратили на вот эти все прапывания. Но оно того стоит. Ну что же, пойдем, наверное, в компанию, ребята, продолжать играть. Нам нужно продвигаться дальше, открывать новые карты, новых юнитов к тому же. Так что давайте поехали. Ну что, я даже не знаю, давайте, может быть, проверим вот этот вот черный бриллиант, что он из себя представляет. Есть, как говорится, хороший повод ее проверить. Так, и вот этого бумага, ну он однозвездочный. Я думаю, что от него, конечно, толку будет вообще мало, и как бы нас тут вообще не расклепали. Ладно, все это мы сейчас с вами проверим. Убедимся, прав я или нет. Так, ну, я думаю, что Жнец и Фенол, если что, затащат каточку. Так, ну давайте смотреть.
Ага. Ну, неплохо звездануло, ничего не могу сказать. Что ты делаешь? Да, я был прав, ребята. Это заморозка. Я вначале думал, что это ледяной шторм какой-то будет. Нет, это массовая заморозочка. Причем тоже довольно неплохой скилл. Но очень долгий откат. То есть это вот в экстренной ситуации можно будет применять. 206 урона наносит обычным ударом. Так, хорошо, двигаемся с вами дальше. У нас здесь три волны, мы уже с вами на второй. И здесь у нас вот эти вот темные маги. Хм, ну что, черный бриллиант пока вроде бы неплохо жарит. А вот маг, маг слабоват. Ай-яй-яй. Вы посмотрите, что происходит. Это стоило всего лишь один выстрел сделать вот этим магом. И очень много жизни это брали они у бриллианта. То есть по хпшкам она отстает, слабовато. И у нее не такой, наверное, видимо, сильный уворот, как у моего Shadowblade. Хотя он и 4 звезды имеет, а это всего, по-моему, 2. Ну да, существенная разница. Так, посмотрим, что у нее за суперудар. Выпускает. Ага, кортики выпустила, и они там... Слишком долго делается это все дело. У моего Shadowblade, сами знаете, суперудар очень быстрый и эффективный. Да, конечно, он не массовый, но зато очень и очень смертельный. То есть он за спину появляется, делает бакстап и возвращается обратно в компанию. Так, ну что же, мы с вами добрались до босса. И давайте посмотрим, что у нас здесь будет за олух. Так, понятно, какой-то демон-рыцарь, и вызвал он... Балабола, короче, вызвал. Сейчас мы его грохнем, не волнуйтесь. Ну давай, жнец. Отлично. Подхиливается. Ну, Фенольчик, твой выход. Опа, отлично было сработано. Отравили мы этого гаденыша. Блин, все-таки как долго идет откат у мага льда. Его нового скилла. Нет, я, наверное, не буду брать его в компанию. Ну, по крайней мере, в данный момент. Че он там с одним скиллом и удар никчемный. Нет, пускай пока будет, наверное, сидеть на месте и отдыхать. Главное, что мы с вами прошли, получаем сундук, и нам достается... Слушайте, какой-то гуманоидик маленький. Непонятный, по крайней мере, для меня сейчас в данный момент. Да, вот он такой вот. Всего лишь одна карточка. Экка его звать. Угу. Будем знать. Дайте-ка я забегу к себе в подземелье. У меня должен быть... Да, вот он. Сундучок уже как раз готов. Ну что же... Пора, наверное, забрать ревер с него. Сколько нам дадут? Вау. У нас в общей сложности 600 карточек. Это означает, что мы сможем в портале купить еще что-нибудь такое хорошенькое. И я надеюсь, нам достанется что-нибудь клевенькое. Давайте проверим. Так, подожди, подожди, подожди. Нам нужно зайти, да, в портал. Так, как раз 500 тратим. 100 остается. Ну, черт подери, не так, не так. Опа-на. Черный бриллиант и оверлорд какой-то. Оверлорд. Ну, видимо, рыцарь, только какой-то темный. Ну что же. Так, у нас у героев опять что-то тут горит, я смотрю. Мы с вами уровень не получали? Да вроде бы нет. А почему я, интересно, могу прокачать? Хм. Ладно, давай сделаем. А, ну понятно. Мы просто прокачиваем максимальный 16 уровень. То есть там немножко опыта. Или мы получаем, и они сразу же переходят у нас на 17 левел. И ясно. Все понятно предельно. Вот так вот. Замечательно. И давайте скилл подучим маленько. Черт, как же я хочу эпические руны, а? Блин, они же так прикольно, блин, поднимают тебе характеристики, что лучше и быть не может. Так, некротик, ребята, у нас какой-то. Ну, давайте посмотрим, что за некротик. Этих, естественно, уберем. И вернем свои... Эй-эй-эй, подожди, подожди, не то. Вот, и... Где-где-где-где-где-где-где? Вот он, мой Shadowblade. Блин, прокачать бы их всех по максимуму. По 5 звезд. Какой 5 звезд? 6 звезд. Было вообще отлично. Ого, сколько здесь волн. Ну, я надеюсь, ватники, да? Ой, эти вот легкие маги, которые разбираются с полтычка. Эпидемик. Он использовал эпидемик. Жаль, конечно, что здесь немножко непонятно, что означают некоторые вот эти вот скиллы, что они делают, что они на нас навешивают. Вот. Что это вот за фигня? Мухи вокруг нас летают.
Это что означает? Может быть, пониженная видимость или чума какая-то? Или защита ослабленная? Непонятен, ни слова. Так, давайте выстрелим. Наверное, половина ляжет у них. Все слегли. Ха-ха-ха. Блин, все-таки Фенол у меня отлично прокачан, ребят. Мне нравится. Не зря я у него тогда руну поставил. Прекрасную, хорошую. Ну. На-ка, выкусь. Оу, смотри-ка, выдержал удар. А я думал, сейчас сляжет. Нет, не шиша. Да вы достали уже, на самом деле. Мне кажется, тут и босс будет именно вот этот вот маг. Так, получи. Нет, не упал еще. Ах ты, зараза мелкая. Ну вот, все, расклепали мы его. Так, бежим дальше. Блин, еще волна будет. Опачки. 5 слизнюков здесь у нас. Слушайте, но это, по-моему, не ядовитые. Это обычные. Ядовитые, только же зеленые. Это я, ребят, предположил, на самом деле, я не знаю. Хорошо, грохнули. Давай, наверное, Doomblade сделаем. Чтоб вы все упали, а? А им вообще по барабану. Ты посмотри. Ага, вернулись. 119 удар. Да, ребята, это обычный, даже не отравляют. Тем лучше для нас. Блин, да что ж такое-то? А, ну правильно, ребят, я что-то не обратил внимания, что они 18-18 уровня, а мы 15-го. То есть они нас по уровню-то превышают. Но это все равно их не спасет. У нас еще впереди одна волна, а потом уже босс. Ну, босс будет либо вот желейка вот эта, либо... либо вот этот маг, который был у нас до этого. Смотри-ка, желейки одни пошли, а? Что за непруха? Ну, давай, Блейд. Да как же так-то? По-моему, ребят, вот, это, вот эти вот мухи, которые вокруг нас летают, они действительно нам снижают силу атаки. А может быть, даже еще и защиту. Оу, щит! Давайте-ка его воскрешать обязательно. Подожди, не это, по-моему, да, пробирка же? Вот это, по-моему. Блин, я вот не помню. Да, именно она, хорошо. Блин, самое обидное, что здесь можно взять всего лишь 3 пробирочки. Не имеет значения, сколько у тебя в инвентаре, хоть их 100, хоть 200. С собой в бой ты можешь взять только лишь по одной. Ну, все, готовы. Ну, а теперь уже мы перебираемся с вами к боссу. И кто у нас здесь будет, давайте посмотрим. Кто такой? Ну, давай. Фиреман. Опа. Ребят, знаете, на кого похож? На офигенно прокачанного жнеца. Может быть, когда жнец получит 6 звезд, он будет выглядеть именно вот так вот. Скорее всего. Так, давайте-ка подхилимся, малька. Ну, я вообще-то хотел не тебя хилить. Блин. Ребят, с какого-то перепуга у меня подхилилась моя лучница. Хотя я хотел подхилить Фенола, на самом деле. Хорошо, придется как-то выживать дальше. Ух ты. Он жарит магией, но, по крайней мере, мы выдерживаем. Отлично. Так, ну что, давай. Давай со спины его сейчас. Дарька, насколько ты катанешь? 676. В принципе, неплохо. Есть! Да, ребятушки, подбили мы этого чувачка. Ну и что нам дадут? Да, что-нибудь хорошее. Воу, руна. Руна света, отлично. Давно таких не было рун у нас. Деньжат, кристаллов заработали. Ух ты, а руна света, по-моему, если не ошибаюсь, идет именно на атаку. Это будет замечательно. Здесь, естественно, мы сейчас все с вами забираем. Ух ты. Мы сейчас с вами откроем леди Немриэль. Она у нас стала доступна. Хм. Ну-ка, давайте-ка. Где у нас тут? В героях. Да, вот она. Кто ты у нас такая вообще? Ах, ты лучница! Даже так. Это эльф рога. Хм. Понятно. Эльфийка, значит, да? Слушайте, а может быть ее... Ого. Может быть ее проверить, как она будет себя чувствовать вместо нашей лучницы? Хм? Что скажет, ребят? Я думаю, что да, надо будет проверить. Мы все равно от этого ничего не потеряем. Ну, а если она себя очень хорошо проявит, мы ее, наверное, оставим к себе в отряде.
Так, вот она, моя основная лучница. Блин, ну зато у моей 2 скилла. А у эльфийки всего 1. Угу. Да. Черт, зато у нее 3 звезды. 3 звезды. Так, ну давайте посмотрим руну. А, посмотрите-ка, не на атаку, а на защиту это у нас руна. Хорошо, давайте тогда поставим, апгрейдим ее. Сколько в общем количестве получим? Всего лишь 20. Жаль, конечно, очень жаль, маловато. Хотя, может быть, ей сгодится, в самую пору будет. Руна крафтинг, вот как вот эти вот руны крафтить? Смотрите, тут и на крит атаку, и на атаку, и на защиту, и на хилы. Для них нужны, да, ребят, вот эти вот ингредиенты. А где их взять, я пока не знаю. Где-то, возможно, можно покупать или добывать. Тут у нас, а, тут у нас показано, сколько рун. И вот эти вот фигни, где их доставать, ума не приложу. А, кажется, кое-что понял, ребят. А тут вообще даже говорить не хочу. Вы посмотрите, сколько нужно всего, чтобы скрафтить вот это вот одно яйцо. Или бутылька, я даже не знаю, как назвать. Кто они вообще такие? Эвасы, короче. Так, ну, что-нибудь еще можем? Вот, можем вот этого вот. Нет, вот этого улучшить. Нехватка, нехватка. Не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте вот этого сделаем. А, тут даже можно 3 штуки сделать. Так, 1. Сделаем. Они нам пригодятся, ребята. С помощью этих вот чубриков мы улучшаем своих воинов, своих юнитов. Ага, подожди-ка. Вот здесь вот. И еще одного давайте сделаем. Замечательно. Потому что самых обычных мы можем в любой момент надыбать. А вот этих вот продвинутых уже нужно именно с помощью крафта, по ходу дела. Или же на более высоких уровнях они будут нам даваться. Ну что? Так, вроде бы все нормально. Тут у нас опять какой-то ревард затесался. Маленький, так скажем. Ну что, можно пойти, в принципе, в компашку. Посмотреть, что там будет нас ожидать далее. Не понял. У нас что, открылась новая территория, что ли? Точно, ребята. 7-я часть. Открыта у нас. Доступна. Хо-хоу. Так, давайте мы посмотрим вот эту вот леди нашу. 2 лучика нам не нужно, поэтому мы оставляем Shadowblade, берем Намриэль. И, как говорится, будем тестить сейчас ее. Очень мне интересно посмотреть на ее дамаг, на ее скилл. Угу. Кто против нас? Монахи. И маг. Так. Слушайте, ну я не знаю. Слабо она сейчас ударила, не слабо. Ух ты, подхиливается. Ладно. Так, ну удар она держит, это явно. На-ка, получи, гаденыш. Какой у них тут? 18-19 уровень. Замечательно просто, против нас, 16-го. Да получи ты уже, а. Выделываться здесь мне еще ножками своими маленькими тут пинается. Ну, далее кто? 2 мага и 2 монаха. Разберем, ребят, разберем. Давайте-ка. Вот так вот. Что она делает? Ага, она выпускает стрелу, подтягивает к себе врага и его апперкотом отбрасывает. Ну что ж, довольно неплохо сделано. Но мне нравится. Ну что, джелли-шот, давай, стреляй. Все упали, замечательно. Все погибли. Последняя волна и потом уже будет босс. А, тут даже не волна, ребят, тут смотрите. Комната сундучков. Ну, давай выберем вот это. Отлично, нам дали деньги. Ну что же, вперед на босса. И кто у нас здесь будет? Что за босяра? Монах какой-нибудь опять, нет? Терра. Ух ты. Как это, жрица или магичка? Ага, она себе призвала 2 воинов. Ну, типа в защиту, да? А ну-ка посмотрим, насколько крепка. Ну, я вам скажу, крепка. Раз выдержала удар Shadowblade, который звезданул ей за 1000, то крепка. Опа-на. Она, оказывается, у нас маг электрический. Ладно. Так, у нас тут чувак повесил провокацию. Блин, придется его уничтожать, прежде чем добраться до этой магички. Так, давай, Doomblade.
Что-нибудь получилось? Нифига не получилось. Все выжили. Хорошо. Мы успокаиваться на этом не будем. О, Намриэлька хорошо звезданула. И удар держит. Слушайте, может быть, мы все-таки ее оставим. Но меня смущает только одна вещь. У нее, ребята, один всего лишь скилл, который может подтягивать врагов. Потом она ударяет. А у моей лучницы все-таки два. Там снайпершот и эвейдинг, по-моему. Так, ладно. Все, ей хана, ребят. Ей хана, это однозначно. Она осталась одна. Хилиться она не может. И, пу, мой Shadow Blade еще уворачивается. И да, вот она. Долгожданная наша победа. Сундучок, и в нем... Вау, какая-то варварша с топором. Такого, по-моему, еще у нас не было. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда на этой ноте я буду завершать это видео. Вам, конечно же, всем большое спасибо за просмотр. И если вы знаете какие-то секретики или нюансы, которых я не знаю, то пишите мне в комментариях. Очень буду рад почитать. Ну а на этом все. Всем пока и до скорых встреч, ребят.